Крым стал местом реализации международного творческого проекта «Объединенная Европа». Немецкие и крымские музыканты исполняли произведения Вольфганга Амадея Моцарта «Реквием» в Севастополе, Евпатории и в Симферополе. На завершившем трехдневный марафон-концерте в крымской столице побывала и наша съемочная группа. Финальный концерт международного проекта состоялся в зале Симферопольского музыкального училища имени Чайковского. Вокальные партии всемирно известной мессы Моцарта прозвучали в исполнении коллективов хора «Хайдельбергер Студентенкантура» из Германии и Крымского камерного хора. Оркестровые партии исполняли сводный оркестр музыкантов из Германии, вокально-хореографического ансамбля «Таврия» и Крымско-Татарского академического музыкально-драматического театра. Крымский камерный хор и хор «Хайдельбергер Студентенкантура» связывают давние дружеские отношения. Их руководителями Игорем Михалевским и Кристофом Шейфером сделан совместный проект – постановка «Реквиема» Джузеппе Верди. Два грандиозных концерта с огромным успехом прошли в Германии. И вот по приглашению руководителя дирижера Крымского камерного хора автономию с ответным визитом посетила немецкая сторона. Я очень рад и счастлив, что мы могли прикоснуться к этой прекрасной музыке, потому что она действительно потрясающая, это шедевр мировой классики. И мы, все музыканты, говорят спасибо за то, что такой проект у нас есть. Это грандиозное произведение для хора, солистов и симфонического оркестра легендарный композитор написал перед самой смертью. Трагические образы старинного народного гимна, созданного в 13 веке, так увлекли композитора, что на слова короткого текста он написал 6 грандиозных эпизодов, а остальные 6 дописал его ученик. Чтобы исполнить это произведение для крымчан, хор «Хайдельбергер Студентенкантура» выучил партитуру в Германии, а крымский камерный хор в Крыму. Немецкий дирижер Кристоф Шейфер говорит, что для репетиции понадобилось всего пару дней, чтобы привыкнуть друг к другу и настроить баланс. Very good combination. Все коллективы достаточно профессиональны. Это была хорошая комбинация из голосов и оркестров. Нам нужно было просто встретиться, чтобы музыка ожила. В том, что музыка в исполнении крымских и немецких мастеров ожила, убедилась и министр культуры Крыма. Алена Плакида поздравила всех участников международного проекта, а после концерта поделилась своими впечатлениями. Мне очень понравилось. Знаете, очень редко можно побывать вот на такого уровня профессионального искусства. Мне очень понравилось самые положительные эмоции и впечатления. По словам организаторов, этот проект будет развиваться, и очень скоро крымчане смогут оценить уже новый культурный эксперимент. Денис Маринин, Сергей Козырь. Время новостей.